Всем привет! Всем салют! Мы продолжаем эпопею про мучение пчел. Сейчас у нас уже перевалила вторая половина февраля. И мы будем с вот этого улья вот. Это не улей, осторожно. Нет. Это не улей, это ясик-ловушка. Там в тех роликах было видно, мы сюда один рой прилетел 16 мая. И вот в ту ловушку, где пчелы пропали, они прилетели оба 16 мая. И я что-то решил их не пересаживать. И теперь придется, пока они еще облет не сделали, с этого улья мы пересаживаем там в другие ульи. Но пока мы пересаживаем их в этот ящик вот. Что в черном ящике, да? А потом будем нести. В общем, сейчас мы палим дымарь и начнем спецоперацию. Спецоперацию по переселению пчел. Пчел там, наверное, тоже много не осталось, но сейчас будем смотреть. Вот тут ветер, спички не горят. Гореть. Давай. Не спеши, оно должно разгореться, потому что там оно горит. Воняет. Сейчас мы ему туда газеты напаем. Фу, воняет, воняет. Вот так. Чайник. Так, значит так, Тимофей, бери это. Так, начинаем собираться, да? Подожди, собираться. Надевай, потому что пчелы могут кусаться. Земля в иллюминаторе. И стань сюда, в сторонку. Земля вот в иллюминаторе. Вот так становись. Земля в иллюминаторе. Держи. Так. Что, дымить? Ты, ну так, дыми потихоньку, чтобы она... Не-не-не, ты дыми просто, чтобы он не потух. А ты сейчас, о, тихо, пчелки летают начали, сейчас мы их немного обкурим. Фу, мне это, конечно, маска, но дымит все равно знатно. Ух ты, я, пожалуй, перчаточки одену. Сейчас. Так. А... Так, сейчас тут чуть-чуть пчелки. А им плохо не станет? Мы их сейчас сюда струсим, чтобы они на рамки слезли. А им... Ну, конечно, им плохо, потому что сейчас холодно, сейчас... Ну, а дыма им не станет плохо? Так, сидите пока здесь. Ну, как плохо? Конечно, неприятно им дым, но они должны спуститься вниз. А, дым, типа... Чтобы они не начали тут летать. А, теперь им такой намек, да? Чтобы они полезли вниз. Да, чтобы они полезли вниз. Сейчас тут чуть-чуть меда осталось. Ого, мед. Я хочу тут подкидывать пчелок, которые на меду сидят. Не, ну ты не до такой же степени, но тут не только пчелки, а и я задохнусь. Сейчас мы их... Сейчас я буду, вынимать рамочки. Нет, если ты будешь отсюда, то перекроешь весь свет. Так, ты пчелку не бойся, потому что ты одетый. Мне ты закрытый. О, тут рамочка с медом. Ну, пчел тут на ней нет. Мы их пока отставляем, эту рамочку. Я пока что их буду ослеплять. А ну, дай мне чуть-чуть, я вот так сделаю. Чтобы они не спустились. Так. А тебе не страшно, что они тебя могут ужалить? Или ты к этому привык? Ну, если ужалят, то тоже не страшно, не страшно. А, ну, ты уже привык, да? Ну, немного привык. Так, тут уже немножко пчелок есть. Ой. И мы их ложим вот сюда. А ну, тихо-тихо, не надо. Чтобы они не вылетели. Дымить их не надо сюда. А, не их надо. Те, кто наверху, да? Так, стоп. Те, кто наверху. О, здесь много! Кого? Пчел. Здесь их много. Вот. А, здесь, ну да, здесь чем дальше их гнезду, тем их будет больше. Так, а ну, дай секунду. Да? Она у меня уже залезла, под рука ужалила. Так, смотри. Уже ужалила? Да, они могут залазить под вот сюда и жалить. А можно я туда встану? Нет, не можно, бы мы тут не поместимся. Так. Надо все делать. Так, тех, кто наверху, надо обдымить. Чтобы не спустились. Ой, кто-то полетел. Ну, полетел. Так, тихо. Вот это ёшкин, вот ёшкин. Нет, пчёл не сильно много тут. Ого! О, тут уже побольше. Тут процесс серьезный, вот. Самая главная рамка. Надо ее. Ну, тут меда у них почти нет. Ребят, мы их положим мёдом. А у кого-нибудь была вот такая вот штука? Напишите в комментариях. Какая штука? Дымарь, да.
Так, я смотрю, что в этот ясик не поместятся все рамки. Вот что обидно. Да, это очень неприятно. Так, кыш отсюда, хватит меня жалить. Ну, придется вернуться, если что. Ой, на вас еще одна сидит. Я ослепляю, все, она улетела. Так, придется за этими вернуться, потому что все рамки сюда не помещаются. Все рамки сюда не так, помещаются. Все вниз спускайтесь, все спускайтесь вниз. Так не надо их дымить, потому что этих мы пчелок пока здесь оставим. Это мы закрываем. Ой, на вас села. Это мы закрываем и понесем их в другой уголь. А как же вот это? А вот? Это, значит, что ж делать? Сейчас пчелок какая-то пропадет, потому что другого выхода нету. Мне их надо переселить. Так, этот медок мы забираем к ним, тоже положим. Этот мы оставшихся мы тут пока оставим. Вот так. Ребят, а скажите, кто-нибудь так же делал, как мы? Так, не надо баловаться. Бери руку дымать в другую рамку. Ой, тут пчела. За мной. Тут пчела. Пчела не смертельна. Это тебе не бегемот, который тебя перекусит. Идем, потому что у нас там еще две рамки с пчелами осталось. Надо ее быстренько забрать. Вот главное с лестницы не свалиться. Тимофей, аккуратно. Угу. Если бы мишки были пчелами, то они бы ни почем, никогда бы не подумали, как высоко строить дом. Так, ну будем надеяться, что матка после этого нашего переселения выживет. Угу. И пчелки будут хорошо себя чувствовать. Если вы надеетесь, что наши пчелы выживут, ставьте лайк. Ой, ну вот еще 5 метров. И пчелы будут у себя в новом улье. О, почти пришли. Так, нам надо еще, ё-моё, ту рамку забрать. Или две, или одна там с пчелами. Так, Тимофей, открываем новый дом. Так, государственная программа. Дом для молодежи, да? Да нет, это не молодежь. Это пчелы зимовалые. Это не молодежь, это старёж. Тимофей, иди на ту сторону. Ага. Так, сейчас пересаживай пчелка. Иди домой. А ну дай секундочку. Ага. Сейчас мы их тут поднимем, чтобы запах был. Я сейчас подую так. Тут пчелочка. Они уже нагрелись, разозлились. А ну стой, подожди. Так, тихо. Тихо. Отстань от меня. Держи. Тихо. Сейчас мы их будем выставлять. Я пока что их задымлю. Так, всем остаться на своих местах, это полиция. Так, меня уже на голову съела. Зачем? Хочет в ухо меня заехать. Ой-ой-ой, это будет больно. Так. Кто эти пчелки? Как же их здесь много. Это мне трошки мешкает. Так. В общем, пчелок мы переставили. Будем надеяться. Ай, она мне опять уже пятая сейчас укусит. Уже в рукав залезла еще. Вылезла. Так, а ну дай. Так. Сейчас подымим. Подымим. Так, забирай. Это можно не добить, да? Сейчас мы тут немножко их соберем как надо. Их. Поправим, да? Поправим, да. Ну вот жалко, что пчелы жарят. Ведь они же после этого умирают. Если не ужарили. Так, тихо. А ну-ка, дай еще немного. Так. Так, валет меня пчела. Так, сколько меня уже ужалило, я уже не считал. Штук 8, наверное. Так, а ну успокойтесь, я вам еще медок должен положить. Так, спокойно. Так, все, тут тихенько. Хай возьмут они тут. Надо было немного. Ладно. Все, на пальце сидела. Узнала пчела тебя. Тут остался. На пальце медок сидела. Ну, ничего, что сидела. Так я ее скину. Так, тут медок у нас был. Сейчас мы его расплющим немного, а то он совсем задубел. Так, пчелки, вот вам медок. Мы приносим вам большие извинения. За то, что растормошили немножко. Да, закрываем вашей тряпочкой, которая у вас была. Он специально вам ее принес. Вашу любимую родную тряпочку. На вас уже сидят
Раз, два, три, четыре. Падаю. Четыре уже на спине так, сидит. Сейчас мы их должны хорошенько утеплить. Утеплить, потому что... Пять на спине сидит. Потому шесть. Им... Уже шестерка на вас. Плохо тут будет после того, как мы... Ну, семь. Утеплили. Уже семь. У нас уже семь пчел сидит. Так, сейчас мы их как-то еще утеплим. Так, ребята, ну все. На этой хорошей ноте мы... Будем надеяться, что пчелки сильно... Может, сильно и расстроились, но переживут эту проблему. Все, всем пока. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Всем пока. До новых встреч.